Салют, земляне! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Elder Scrolls Online. Мы продолжаем скитаться по Темриэлю, или как это место называется, в общем, Нирн как таковой. И у нас есть задание, начало на Бликроке, необходимо найти Дарже. Где ж мне его искать? Так, ну, как вы, ребят, написали, играть от третьего лица... Чтобы кинематографичнее так смотрелось, да я тоже так думаю, в принципе, это будет как бы гораздо эффектнее, особенно в плане охренительнейших перекатов. Боже мой, какая же прекрасная эта игра, обалдеть просто. Картинка прям таки поражает, если честно. YouTube, конечно, вряд ли выдаст в качестве все это дело, но максимально постараюсь все это дело выдать. В общем, двигаемся мы куда-то туда. А, кстати, вы сказали там про урну, что-то у меня какая-то урна есть. Так, сердце до ядра. Так, стойте, ошейник. А, вот! Очевидно, что эта ржавая урна была создана в Хладной Гавани, плотно запечатана, и ваше имя выжжено на одной из ее сторон. Использовать! Потерянная мантия Кадвилла! Плеть стража! И отмычка! Нормально! Вот это нормально так, смотрите, да, вообще прям замечательно. Так, взять все. О, взяли. Потерянная мантия Кадвилла, зачарование на максимальный запас здоровья. И опыт, получаемый за убийство, увеличивает. Ни хрена себе, ребята, это очень здорово, как мне одеть. Не-н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 е-
Оказывается, при экипировании использовать. А, надо на Е нажимать. А я еще и не туда перенес вообще все это дело. Во, ошейник из костей. Так, все. Это что такое? Лук. Ага. А я могу как-нибудь что-нибудь по-другому создать? Да я думаю, зачем лук-то? Мы же мечники, в конце концов. Что у нас там еще? Сердце доедра, палец стража, рубашка жертвенной души. Слушайте, ну, блин, конечно, мы выглядим, я не знаю, какая-то баба в рясах. Я не знаю, как мы будем спасать весь этот мир от нашествия Молога Бала. Но будем надеяться, что как-то все получится. Это что еще такое? А, тут вон народ стоит. По всей видимости, стреляет. Найти Даржа. А мне... О, бабочки, 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 бабочки. Ловим бабочек. О, я не понял. Взять все. Все, блин. Оборвали ей крылья нахрен. Давайте бабочек хотя бы будем собирать. Хотя тут, я так полагаю, вообще можно куда угодно ходить. Боже мой, ребята. Кстати, мне это интересно глянуть. Это, я так полагаю, весь игровой мир, да, вот здесь в этой игре? А может быть, постойте, а может быть и ни хрена и нету. Это остров Блицрок всего лишь, а ведь там этих островов, я так полагаю, локации до задницы просто. Но уже, по всей видимости, как бы все круто. О, уровень вырос, погодите, уровень, уровень, уровень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, прокачать мы это дело не можем. А, вот он, Дарш-охотник. Способность повышена, это все замечательно. Так, мне бы журнал. Начало на Блик-Роке. Нам нужно, да, там сходить, что-то кого-то проверить, предупредить. Ну, давайте поговорим с ним. Приятель, ты умеешь общаться, обращаться с этим оружием? Мне нужна как бы твоя помощь. Просто расскажи, что происходит. Какой-то некромант, говорит, здесь, но я не могу его найти. Он должно быть где-то в катакомбах в этом месте. Единственное место, где я это как бы чувствую. Это единственное место, где я это ощущаю, где он находится. Вы получите инструкцию. Давайте завершить задание. С этой нежитью нужно что-нибудь делать. Могу я чем-то помочь? Мертвые разгуливают по небесному саванну. Из святилища исходит злая сила, но дверь заперта. В сказании скальдов у каждого драконьего святилища был жрец. Если бы можно было поговорить с жрецом небесного савана, он мог бы объяснить нам, как попасть внутрь. Ты говоришь о разговоре с его духом? Да, если на то воля Шора. Я принес мешочек ладана, чтобы сжечь его в качестве подношения. Костяные люди добрались до меня прежде, чем я смог провести ритуал. Может, тебе повезет больше? Что на это скажешь? Давай мешок, я посмотрю, что можно сделать, конечно. Я надеюсь, что тебе повезет в святилище больше, чем мне. Поосторожнее там. А что ты мне можешь рассказать о кургане небесного савана?
Он был здесь не с запамятных времен. Легенды гласят, что его построили служители драконьего культа, так же, как и подобное ему святилище на материке. И никто не попался, пытался попасть внутрь? Некоторые в основном молодежь, как бы. До недавнего времени в этом месте не было ничего, кроме пыли. Да иногда какого-нибудь морозного паука занесет, бывает. Теперь уже скелеты поднимаются из могил. Что-то изменилось. Ну и до свидания. Поговорили, да? О, смотрите, золото и опыт получили. О, скелет! Лучник, давай подеремся! Ни хрена себе, это что у меня такое появилось? Вы гляньте, а? Какие-то эти выросли. Во, прервали атаку. Давай, еще раз. Эх, где наша не пропадала? Опа-на! И так тебе! Ничего себе! Сила дракона! Вот это... О! Это как его, железные кирасы, что ли? Че я подобрал-то? Нет, ну конечно. Хотя, смотрите, защита поболее будет. Нет, мне бы вот опыт бы увеличенный получать. Ёлки-палки, конечно, все это классно, но надо хотя бы ботинки какие-нибудь там, наручи, и все более-менее нормально будет, знаете ли. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, погодите, что ожидает внизу? А, ну призвать драконьего жреца, да? У меня всего одно задание как бы доступно. Библиотека Шалидора, ёлки-палки. Обалдеть просто. Кстати, там же ведь как-то можно найти по подсказкам. Какие там одиночные. Какой ветеран? Библиотека, задание. Где этот-то искать? Отголоски. Ой, ладно, потом как-нибудь разберемся. Давайте посмотрим, что мы хотя бы сможем тут найти. А ну-ка давайте-ка второй прием. Нормально. Е-ха! Ах ты зараза, а. Смотрите, что делает. Давай, трансформируйся. Слушайте, нормально он так трансформируется, да? Обалдеть, такой прием получается. Я, кстати, в Вики вычитал. Оказывается, нашего главного героя зовут Бездушный, по сути. А, в принципе, так оно как бы и есть. Так, ну двигаем. Давайте валить всех их, в принципе. Да наша не пропадала. Так. Опа-на. Ты обалдел, что ли? Опа-на. Давай. А, смотрите, вот он из лука стреляет и как бы показывает. Давай, ты вали его уже. Ух ты какой, а. О, это какой, знаете ли, шлем-то как у Давакида прямо почти что. Похож. И на, вот так вот. Чё это такой пузырек со здоровьем каким-то? Ну, не дурно, и опыт получили. Очень и очень хорошо. Что такое? Как-то странно передвигаться начали. Я смотрю, что какая-то хренотень. Кстати, давайте, если уж на то пошло. Во, слоты быстрого доступа. Нажмите и затем выберите слот быстрого доступа. В верхнем углу экрана перетащите в желаемый слот. Нажмите Q, чтобы вызвать меню быстрого слота. Ага. А как? Как слот-то сделать? Что за собрать все предметы в кучу? А, были сложены в кучу. Ну, замечательно просто. Обалдеть. Так. А стойте, может быть... Ага, пусто! Чтоб тебя! Ах, как лук-то? Использовать, заблокировать, получить помощь, зарядить... И как мне... Ага, я сейчас так выкину его нафиг. Левая рука, яд. А, на 15 уровне между этим и запасным. Ну понятно, короче, надо прокачиваться походу. Я тут играю в нее первый раз, ребят, поэтому сам многого не знаю. Так что я хотел-то? Я же хотел же с лука пострелять. А стрелы есть? Ух ты, какой лук-то кровавый, а. Ох, ты что-то мне такое чувство, что нам здесь лучше переключиться на меч. А, кстати, стойте, меч у нас 1164, а, ну, естественно, лучше меч пока взять. Так, ну давайте. Драконьего жреца призываем. Интересно, так, ногти так покидают. Ой, ты, господи! Куда ж я слетел, а? Караул, куда ты нафиг спрыгнул? Спрыгнул, бездушный. Ты чего удумал? Ну, в натуре класс теперь, зашибись просто. Эх, да, кстати, от падения здоровье уменьшается. Оно-то и понятно.
Так, ага. Конь, я так полагаю, магический Скарима нам тут не поможет. И чтобы нам все это сделать, нам придется такой круголян, походу, дать. А кстати, а может быть и не придется. О, нормально, смотрите, вбегает по этой ответственной части. Так что нормалек, все, ништяк. Просто замечательно. Блин, выносливость, конечно, вот кончается. А что это у меня на руках? Какие-то странные. А, наручники! Может быть, их стоит снять? Угу. О, там уже кто-то говорит, значит, да? Ну-ка, давайте-ка поговорим с тобой. Как ты смеешь призывать меня, ничтожество? Дух, мне нужна твоя помощь. Как мне попасть к кургану? Заметьте, как они выглядят. Прям как из Карибы. Обалдеть! Можешь ли ты осознать мощь, которой я когда-то обладал? Почему я должен тебе в чем-то помогать? Кто-то осквернил твое святилище. Да, я чувствую это. Какой-то червь осквернил это место. Теперь ты мое воплощение, смертный. Войди в курган и убей этого червя. Хорошо, как мне попасть туда? Тебе приходится спрашивать? Тьфу. Когда-то все знали ритуал. Три рунных камня разблокируют дверь, они находятся в приметных местах вокруг святилища. Найди их и размести на пьедесталах у дверей. Потом ты сможешь войти. А теперь вперед. Ах ты, ё-моё. Ну пойдемте посмотрим. Рунный камень. Где-то здесь, короче, да? О, скелет ходит, ни о чем не подозревает. Ах ты, зараза, не получилось! Да что ж такое-то, а? Да ладно тебе, я тебя умоляю. Давай, пики выросли. На! Еще раз, еще раз. Опа-на, заблокировал, да? Недурно. Во, навык яростное пламя повыше. Надо, кстати, огненный кнут использовать. Ага, мне чтобы добраться, надо вообще куда-то туда попасть. Обалдеть. Ну, пойдемте посмотрим хотя бы здесь. А вон, карта же есть. Ага, как интересно. Ну, давайте так будем действовать тогда. Разберемся сначала вот с этим. Вот. Вот он, этот мост по карте, который был. О. Стоит. Вас не видит. Вас обнаружили. На! На! Опа-на! Так тебе. Ух ты, я его повалил! На! Ух ты, блок поставил, а? Есть! Есть, давай ты! От блока же бить можно! Черт! Ух, ни хрена себе он меня! Ты чё, обалдел, что ли, совсем, да? Сейчас я тебя... Да! Эх! Давай, Индиана Джонса, прием используем! Маши этим кнутом своим! Ух ты, смотрите, так может опрокинуть вообще! Запросто! Давай, 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 давай! Блок! Да чтоб тебя, а! Опа-на! Давай обыскать, все взяли! Так... Во, и здоровье восстанавливается. А смотрите, как оно восстанавливается. Да, забавно. Прямо рывками. Слушайте, вы прямо похлеще даваки на регенем, я бы сказал. Так, что у нас тут? Ага, понятно. Нам надо теперь туда идти. Слушайте, может быть, я смогу как-нибудь так вот подкрасться? А ниндзя, хоть и класс, конечно, не тот, но все равно. Вдруг получится. Так. Эт, мать их, где была? Нормальная тогда, видали, да, грел его. Даже перепугался. Хоть у него и рожи нету, но видно было, он прямо чуть ли не обалдел. О, магия гуляет, что-то какие-то ники у всех странные. Это что еще за хрень какая-то бежит? О, кстати, я про кувырки-то забываю. Не, слушайте, вот это вот нормально, так вот отбрасывают прямо. В теории можно так сбросить кого-нибудь с обрыва. И победить своего рода. Блин, ну и рожа у вас, ребят, я балдею. Хотя, блин, у моего-то перса не лучше, он постоянно лыбится. В мире творится черт знает что там. Молок Бал нападает, сами еле-еле из ада а-ля свалили. А этот лыбится ходит. Красава, на. Так тебе, слушай, нет, из-под тишка атака не дурно так. В тот раз отняла. Давай, о, какой-то пояс подобрал. Ничего себе. Давай, о, это маг! Маг какой-то. Обалдел. Так тебе. Колдует! Ничего себе! Давай, 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 давай. Лупи, 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 лупи. Слушайте, в этой игре вот вообще реально можно бегать вокруг врага, да? Имеет место быть. Слушайте, охеренная боевая система, я вам скажу. Это вообще просто
Для онлайн игры это, я не знаю, это вообще, я, конечно, в другие не играл, но пока что на данный момент это, я не знаю, чуть ли не богоподобная какая-то. Как будто сами аэдрические и доэдрические принцы объединились, чтобы забабахать такой геймплей. О, а заметьте, что на рисунках-то эти дельфины вот эти вот все, да, из Скайрима, опять же, вот подземелья, где там постоянно крутил эти механизмы. О, кстати, вот я смотрю, там этот бегает. О, давай, так. Что-то вид какой-то, конечно, совсем недобрый. Во, ну так-то получше, но мне хотелось бы опыт побольше получать. Что это такое? О, не надо мне этот посох, не надо. Так, куда теперь? Ага, надо подняться. Ну, погнали. Блин, вид такой, я вообще обалдеваю. О, давай. Аккуратно. Ах ты, зараза, а. Я думал, я как-нибудь подкрадусь. О, а там Лупилова идет. Давай, помо... Ух, нифига себе скачет. Давай поможем. Все, замочил, а. А что, я могу тоже подбирать? Нормально. Я и перчатки еще взял. О, нормально. Вот это другое дело. Вот это вообще просто замечательно. Обалдеть, как здорово. Так, еще рунный камень. Ага, поместить их. Так, это кит, оказывается, все это время был. Кит, змея и орел. Ну, давайте. Посмотрим. Там Лупилова. Ох ты! Черт! На! Так тебе. Еще раз. И давай. На! Во! Тяжелая атака. Видали, как она относит? Опа-на! Так тебе. Все. Лава. Лавовый этот кнут повышен у нас. О, ну нормально. Есть. Вот он офигел-то, а. Ух ты! Я подумал, я все возьму. А, осколок небесный поглощай. Во! Хорошо-то как, а? Прямо чую, насыщаюсь божественной силой. Еще чуть-чуть и такой God of War устрою тут, ё-моё, с ума все сойдут нафиг, с улыбкой на лице. Так, куда, сюда, тут, наверное, не придется как бы долго думать, что ставить. Давай-ка, во. Нормально, так, погодите, уровень. Ну, давайте магию, в принципе. Угу. О! Сила дракона. Кстати, вот оружейные есть. Двуручники. Тут вон их сколько всего. Есть общие какие-то. Что за магия душ? Похищает душу противника. Ничего себе. Расовые таланты Норда. Блин, тут вообще обалдеешь, пока тут выберешь, что да как. Оружейные, классовые, но я хер его знает, классовые что ли, что это такое? Когти какие-то приводят в действие. Это вот броня, кровь дракона, исцеление, отражает снаряды. Ох ты, нормально, ничего себе, вот это вот вообще способность последняя, я вообще просто обалдеваю. Вот этот на 8-м уровне откроется, тут вообще закрыто, может быть двуручная? Ну что мы можем сделать? Кровотечение. О! Вот эта тема вообще, ребят, смотрите. Вот эта тема. Давайте. Да давай открывай, ё-моё. Во! Все. Рывок к цели сейчас будем делать. Сейчас мы будем прямо с рывка атаковать. Какой-то приемчик, по всей видимости, многообещающий. Это кто еще такой? Халдрин. Поговорить, что ли? И снова я стою на месте силы. Я лишь тень, я призрак, вынужденный смотреть, как некромант оскверняет мое тело. Убей его, до свидания. Так. Тут вон Лупилова идет конкретная, между собой. Но! Ты исполнил свое предназначение, хорошая работа, червяк. А ну тут ребята, видимо, за меня валят его. Так, где там у нас? Опа-на! Нормально, да? Вообще классно атаковал. О! Даже что-то подобрал. Ничего себе. А это что такое? Свиток какой-то. Найти доказательства. Поговорить с охотником.
Вам никогда не победить Ковенант. Давайте поможем, я хотя бы тоже подерусь. Посмотрю, что это за фрукт вообще. О, давай. На, видали, да, как рубанул от души. Ну, конечно, золото. Блин. Ладно, хоть по своим не попал. Но не дурно. Не дурно так оружие убрать. Такие пики, капец, я как будто, я не знаю, в какую-то годзиллу превращаюсь. О, а это уже здесь. Нежить ушла. Что ты сделал? Я нашел доказательство того, что некромант работал на Ковенант. Ковенант? Здесь? Тролль, я кровь! Мне нужно предупредить деревню. Я побегу назад, а ты попробуй разыскать других местных жителей, заблудших на острове. Возможно, нам скоро предстоит эвакуироваться. Что это такое? Щит. Ничего себе, завершить задание. Я даже не думал, что эти молокососы покинут свои уютные таверны, чтобы явиться сюда. Мне нужно тогда позаботиться об этой ране. Я не смогу сражаться без руки. Что теперь, Дарш? Если этот некромант работал на Ковенант, то мы все в опасности. Я направляюсь обратно в деревню, чтобы подготовить нашу оборону. Тебе нужно отыскать на острове жителей и отправить их в деревню Бликрок. Удачи. Отыщу всех, кого смогу. Здорово, и щит еще какой-то получили. Я могу его взять? Ага. Но, к сожалению, я не смогу использовать свой двуручник. То есть мне нужно одноручный меч найти, чтобы все это дело использовать. И что, у нас два задания, что ли? Нет, опционально. То есть я буду решать, куда пойти там, какое еще задание выполнить. Слушайте, ну не дурная игра, конечно, я вообще просто обалдеваю. Классно, обалдеть просто. Замечательно. Это у нас так, ага, метка на карте стоит. Тут у нас не открыто, куда-то туда двигаться. В общем, хер поймешь, куда двигаться. Можно будет выбрать. Естественно, выберем то, что ближе. Ну а на данный момент, друзья, я думаю, давайте-ка здесь мы на этом закончим. И продолжим уже рубить всякую нежить и некромантов в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, делились ссылочкой. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока!